Вот она. Финишная прямая. Завод по производству крыс, врезанный в скалы ущелья Мидес. Странное место для танкового завода, но резкие перепады помогут прятать тела. Пора уничтожить крысу и весь завод. Нельзя, чтобы Рейх снова создал этот танк. По пути мне придется вывести из строя конвейер. Кстати, здесь есть несколько хороших позиций. А потом, когда все закончится, я покончу с Валеном раз и навсегда.